drei Stück Rucksack. Anfang. Тактические из кордуры 1000 лет. Такие комфортные. Первый комплект я сразу сделал с наполнением. И два абсолютно пустые. Вот такие. И такие. Вот все данные рюкзаки. Давайте сделаем обзор, что у них есть. У них есть вот такие карманы. Все делается ради удобства. Я взял для лоукостов по Ryanair и весь Air Cardura. Получается, больше не надо. 25 литров всегда подойдет в любых условиях. Потому что летать на самолетах, небольшая ручная кладь, на 7 вещей одел, чтобы все, приехал, прилетел куда хочешь. Очень хорошо все сделано из кордуры. Давайте откроем главный отдел. И главный отдел радует вас очень сильно. Открывается не на полную мощность, потому что тут этого не надо. Кармана очень много, и вот так он расширяется. Есть такой у нас. Получается, все карманы, все оборудование очень хорошо. Давайте сейчас глянем, как смотрится на мне, и уже будем как бы тестировать, стоит брать или нет вот такие рюкзачки. Тут они так сделаны, что их нужно настраивать. Так. Давайте хоть как-то первоначально мы это сделаем. Чтобы он висел. Раз. Так. Давайте два лямка. Очень комфортно, сразу скажу. Закрываем это отделение. Да, давайте вот так на шее, чтобы уровень был. Также поясном отделе. Очень нужно сделать.
Так. Очень хорошо. Прям чувствую спинки, прогиб такой появился. Рюкзаки всем советую, ссылка в описании. Покупайте, всегда будьте рады. Покупайте, всегда будьте рады такой техники, потому что вас только порадует и вашу спинку, конечно, я выберу. Очень хороший, добротный, качественный. С ручкой очень надежный и мощный. Ссылка в описании, подписка, лайк. Отлично видео Так, очень хорошо, прям чувствую спинки прогиб такой появился. Такие рюкзаки всем советую, ссылка в описании. Покупайте, всегда будьте рады. Покупайте, всегда будьте рады такой техники, потому что вас только порадует и вашу спинку, конечно же, выпрямит. Очень хороший, добротный, качественный. С ручкой очень надежный и мощный. Ссылка в описании, подписка, лайк. Будут еще видео.
Вот.